Приближается время цветения винограда, и сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно и важно сделать на винограднике перед цветением. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, время цветения винограда у нас приближается. Несколько дней назад я показывала первые цветочки на нашем винограднике, на дачном участке, это мукузани, и на этом деревенском у нас зацвел вейленд. Ну, это самые-самые первые ласточки, а вообще основное цветение будет, я думаю, что дней через 10-14. Примерно вот так. Ну, конечно, от погоды зависит, от много чего, но ожидаем примерно так. Самое важное, что нам нужно сделать перед цветением, это провести профилактическую обработку от мильдью, от аидиума, но если на вашем винограднике есть гнили, значит еще и от гнилей. Выбор препаратов широкий, вы сами руководствуетесь тем, что у вас есть под рукой, что у вас есть в доступе, что есть в продаже в ваших магазинах. Не знаете препараты, ну просто идете в магазин, да, и спрашиваете, мне надо от этого, от этого, от этого. Все, там уже вам предложат варианты. Потому что список огромный, не все и не везде продается, но перечислять все не имеет особого смысла. А вторая важная вещь, которую имеет смысл сделать перед цветением, это обильно виноградник полить. Но смотрите, мы должны учитывать наш регион, да, особенности нашего участка. Может, у вас и так влажно, и тогда нет смысла делать дополнительное болото. А если наоборот сухо, если наоборот давно не было дождей, то полить виноградник очень даже важно и нужно. Особенно, если на вашем участке есть сорта, которые достаточно плохо опыляются. Вот, например, красотка. Вот красотку, как говорят, буквально надо заливать водой перед цветением. Тогда она хорошо опыляется. Если мы этого не сделаем, ну, можем получить горох, растрепанные грозди и так далее, и так далее. Поэтому полить имеет смысл. Сколько? Ну, там уже смотрите сами, опять же, разная почва по-разному берет воду. У вас есть разные возможности. Кто-то там ведром воду носит, да, кто-то шланг подключил и полил. То есть хорошо обильно полить перед цветением, если почва сухая, имеет смысл. Особенно, повторю еще раз, для тех сортов, которые не очень хорошо опыляются. Например, красотка. Нужно ли чем-то подкормить виноградник? Ну, тут смотрите, все зависит, опять же, от ваших условий. Если у вас хорошая плодородная почва, то можно ничем и не подкармливать. Если у вас почва бедная, то, конечно, можно и нужно подкормить. В принципе, чем можно подкормить? Настоем навоза. Также можно внести комплексное удобрение. Ну, комплексное удобрение для винограда. Опять же, пошли в магазин, взяли и подкормили. Ну, только не осеннее, да, есть там летнее, весеннее, вот такими удобрениями. А также, например, мы можем подкормить микроэлементами. Есть рекомендации, опять же, там, если плохо опыляется виноград, добавлять бор, пройтись по листу. Смотрите, мы вообще на нашем винограднике ничего не делаем. Мы кормим только навозом, микроэлементами раз в несколько лет, если мы вспоминаем, и они у нас есть. Ну ладно, подкормим. Нет, значит нет. И тут именно зацикливаться, например, на каком-то отдельном микроэлементе я бы, наверное, не стала. А вот комплексные микроэлементы перед цветением внести имеет смысл. Ну, последний вопрос. Вот если такая ситуация, как у нас, да, вот один зацвел, а остальные еще не цветут. Если мы будем ждать, когда отцветут все, то это будет где-то через месяц. Это уже поздновато. Поэтому мы будем проводить профилактическую обработку в ближайшее время. У нас зацвел вейленд. Вейленд достаточно устойчивый ко всему. Мы просто можем пройти его мимо. Если он недополучит одну обработку, для него это вообще не критично. Можно, конечно, пройтись и по нему, но нежелательно. Чисто наша такая позиция, что все-таки во время цветения нежелательно, но опять же мы из двух зол всегда выбираем меньшее, да, и ищем какой-то компромисс. Желаю вашим виноградникам хорошего цветения и удачного опыления. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!